6 февраля 1945 года. В течение 6 февраля наши войска в результате наступательных боев заняли 7 населенных пунктов в Восточной Пруссии. Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер, юго-восточнее города Бреслау, прорвали оборону немцев на западном берегу реки и за 3 дня наступательных боев продвинулись вперед до 20 километров, расширив плацдарм до 80 километров по фронту. На Первом Белорусском фронте нашими войсками взят в плен командир 433-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Любе. За 6 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 140 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.